Стася, ДД, крип нужен. Могу зайти. Ну, Нелтер, он спит не сухила. Так, кольцо на Милик, Фурик, Рога, Хант. Вот. Так, ну, Верзила тогда. Развирал вещь уже. Рога, по-моему, тоже забирал, нет? Ну, Рогой забирал, а Верзила ничего не забирал, не? Так. Мобильный хил тебе надо, Жезл? Деуса поднимите. Где тут Деус уже? Сколько у меня ГС, посмотрите. Мы все шмотки сделали, нет? Кушаем рыбу, даем фул баф. Мопа, интеллект. Что тут накалывается вас? Дайте пройд. Угу, спасибо. Лампу. Ваня, готов? Угу. Скайбуса. Ауру на лед поставьте еще. Четыре хила освобожденные в магии. Обморожение до 5 стаков. Освобожденная магия вообще не стакать, это касается РТД. Сейчас будет притяжка. Побежали. Отдец, три кнопки. Ого, подымай. Три кнопки. Давай, три кнопки. Сразу забафли его полностью. Дамаг. Метки выносим. Расстояние держим между метками. Прятались. Так, себе поставили, конечно. По центру падает. Метки до 300 тысяч. Слева падает. Метку с левую подбиваете. 300-350 тысяч где. Там, где крайняя, слева не бейте. Сзади падает, справа оббежали. Оббежали справа. Крайнюю справа слить, там 300 тысяч. Давайте все в крайнюю справа. Мобильный хил. Ты ничего не делаешь. Хотел сказать, им на хп, но не надо.
посмотрим. Раз похилю тебя. Вот эти Синдроши взлетит. Седер 10 стаков, смотрю. Уважение. Метки вперед. Гатли с заметками слева попадает. Там же попадает. По центру падает, бежали. Там же падает. Слева две метки, там где 280 тысяч надо слить. Задыхаюсь уже, бля. Пиши, бля. Три хила с обожденной магией. Мобильный хил, давай идем на ману, я поставлю тотем. Метки все под босса несем ровно по фрейму, красненький кружок такой. Сейчас будет фаза. Влево-вправо никто не выносит стаки, вот сейчас этот три кнопки неправильно вынес. Под босса милики отошли. Все притяжки уже поменяешь? А. Я думал, будет танчиться. Открывайте метку. Кинули стаки. Седер под босса. Срезку прожимай. Динохи, хиль волной Белина. Сейчас притяжка, не бить метку. Одного человека притянул, и он же хлопнул. Это блин. Далеко беги. Под босса Манелтор. Босса Манелтор, мелики отошли. Мелики отошли. Вбивайте метку. Дампер в сторону, вправо, вправо, в сторону. Блять, ладно. Убивай сакру. РДД метку сливаем слева. Влево пойти. Фишку самое время сейчас отдать. Мастер аур прожмите. С фукс под босса, под босса. По центру фрейма встань. А, тебе, господи, я вижу. Убивайте метку, не за стаки скинуть. Все следующие под босса. Под босса. Великие отошли. Кидываем стаки. Притяжка будет, забыл сказать, отбежали. Не бить метку. Под босса экстрема. Центру фрейма. Давайте метку. Под босса метку. Пингвин под босса. Давайте метку. Без понятия как. Ключ, поднимай Белина, Седер под босса. Да все уже убили. Да пока нет еще. Следующую под босса тоже. И добиваем босса. Миники отошли. Тяжко будет. Идите притяжку, потом добиваем босса. Как ледяная ладонь смерти сжимает, трепещите, наконец!
было. Сейчас третий меня, братишка. Третий. Кто еще не получал печеньку? Кто-то забирал. Да, слышь. Часы надо кому-то. Алис. Леночка, можешь подиспелить чуму? Поставь, если можешь. Диспель только сразу на третьей секунде. Если человек не убегает, все равно диспель пускай не вынесет. Правильно. Так. РДД зона в звездочке. Мини зона. Кстати, вот эти я дорогу начал заведу. Давай. Так, по станам у нас кота нету, роги нету. Да, бисовые часы нафиг приста. А не, не норм. Бисовый аркус. Белин, станешь трусы. Рога, кружок. Орда. Первая волна. Седер, Ромвик. Вторая волна. Лойд, Ромвик. Фьера по команде станешь. Кушай тебе рыбу. Ромвик вторая валька, да? Получается. Лойд вторая волна. Валик, вторая валька. Ты первая волна. Вторая лайка, Рамбик. Ралли, поставь, пожалуйста, шкаф. Надо шкаф. Ладно, не надо, так не надо. Тут ждем Жирина, сейчас зайдет и мы начнем. Чего нужно? Короче, чек. Паску по крестам. Инту и лоб. Сейчас забафают. Трудес готов? Милин. Трудес говорил, что готов. Деус тут. Деус. Нет. Ладно, попробуем на удачу. Запустил. Появится. Если не появится, то придется далеко. Неужели прибыли наконец? Классно, есть кого надо, да? Чего? Класска надо, да. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе. Значит так, первый. Шаркарь, хаба снимаешь, остепление, второй крауд, меточку поставлю потом. Ромбик трусы. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи.
На переходках всех нечетных шаркарей будем нападать. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Стали в звезду. Не урон лети, а в звезду. Длинный хил. Смотрим ловушку. Милики, ловушка, РДД тоже в звездочку стали, милики, ловушка. Смотрим. Ронгик хаба. Смотрим, чему. Мобильный хил выноси. Посмотри диспель. РДД, ловушка, в звездочку стали. Утепление там снимай. Мелики, ловушка, перебежали, РДД в звездочку, двигаемся, сейчас будет чума, иступление сними, хаба, иступление, орда, вынеси чуму. Смотрим дальше ловушки. БДК ловушка, мелики отошли, РДД двигаемся в звездочку. Иступление снять, сейчас будет второй шаркающий. РДД ловушка перебежали, сейчас будет чума. 2 секунды чума. Выносить. Раут выносить чуму. Пеллим его. Пси. Вступление на шаркающем. Милики ловушка перебежали. РДД тоже двигаемся. 6%. Переходка. Осторожно, милики, внимательно. Ловушка отбегите осторожно. Чего вы двигаетесь с РДД? Звезда не двигалась. Устали, сейчас будет ловушка, РДД перебежали, не веди миликов в ловушку, ладно? Трэш, чума. Проводи дальше трэш. Смотрим, ловушка следующая будет. РДД ловушка, перебежали. Милики, не забегаем в ловушку. Так, пингвиночка, давай щиток на себя, плагин на ману, ставлю тотем на ману. Фога инер, длинноухому залей. Присты, ханты на кинус в шарах. Рейндж набрали, тяжело его схилить. Шарик наносит людям урон, которые стоят рядом друг с другом. Трово духа, блин. Кливаем трэш. Агро на духе. Стоит. Юля, длинноухи, зайдите к звезде. Почему вы стоите под духами, ловите сало урон? Там и бурдалак сражается с пэтом ралли. Посмотрите. Я думал, хули у меня пять дыхает. Так, давайте, два ляма добить надо в центре. Ну, этого шарик убить тоже надо. Видел, что сделал сейчас этот Джерил, да? Мили. Давай. Что там было? Ну, под шар прям подошел. Давайте звезду стали. Одну точку, звезду. Видите, сзади стрелочка. Под нее надо остановиться. Слева-право отошли. Через кружок играем. Заражение. Смотрим, с центра выйти. Под вальками не стоять. Будет осквернение. Одна секунда. Осквернение крауд. Зло сейчас. Давайте, играем ромбик. Почему так мало дамаги? Где кливы по валькам? Быстрее вальки. Замедляйте трусы. Все в трусы играем. Еще и роздал. Так, а где? Становимся так же, как на первых вальках. Войд ромб застанешь. Осквернение выносим влево-вправо. Неважно куда, главное влево-вправо. И весь рейд отбегает от осквернения тоже. Блин, прожмешь сакру. Смотрим. Первая валька, мы сразу выбегаем влево-право, выбежали. Длинноухи, осквернение, давай сакру. Играйте трусы, кружок. Кружок надо сыграть, там сова. Ромб по возможности тоже замедлил. Давайте в ромб трусы. Пьера, попробуй застанет ромб, если ты рядом.
Скоро будет осквернение с центра, всем выйти. Вышли всем с центра. Осквернение 1 секунда. Осквернение с Фукс, давайте все в центр. Опять так же становимся. Луж там нет. Седер, станешь, ромбик, орда, кружок, трусы, белин. Давайте звездочку становимся. Инеры, звездочки заливаем. Так. Деуса, эсфрис, Фукс. Давайте, кружок, ромбик, приоритет. Кружок, ромбик, приоритет. Кружок почти слили, принимаемся за ромб. Осквернение. Осквернение, центр, всем выйти. Осквернение, белин. Ну давайте трусы сольем, есть время. Трусы неправильно стояло, это с Фукс, наверное. Давайте все под босса. Опять также становимся звездочку. Сейчас будут вальки, сразу после валик осквернение, то есть надо стоять слева, справа от валик, не под вальками и не впереди валик. Так, смотрим, кого хватает. Так, топ дамагеров и рестер шамана вышли, двух хилов схватило, с под валик вышли, Рудеус разливай, давай сакру. Рудеус, выйди с осквернения, давай гимн отхил, играйте трусы, ромб, это хилы. Пьера, стан по трусам, если есть трусы, теперь слить. Вальки не, в луже не топтить, не топчитесь. Осквернение 3 секунды. Так, осквернение сейчас будет, хаба осквернение. Давайте все звездочку под лича. Пожалуйста, инер по звезде, нет, нечем хилить. Менелтер, давай гимноману. Ноль маны. Играйте все валик. Ромбик с приоритет. 6 команды осталось. Давайте через кружок играем, потом переводим лича. Трусы это хант. Трусы надо слить. Или ромбик. Нет, хант ромбик был. Давайте трусы доиграем. Фера, отойди. Отошли от осквернения. Все отошли. Бля, чуть не упал с платформы. Было бы круто. Все, переводим лича. Давайте все на край идем. Все, все на край. Так. Теперь Рудеус, гимноману. Есть? Ставлю тотем. Теперь следим за Гро. Бьем шарики. Второго духа начинаем, нет времени ставить метки. Два шарика в рейд идут. Второго духа начинаем бить. Агрона агрессивный, кажется. Два шарика в рейде. Два шарика в рейде. Все, не бейте духов. Вы срываете агро. Вайпайте нам рейды. Бейте последнего духа, кружочек, и все. Давайте в следующий кружочек. Играйте в сверху, дотайте лича. Таунт, наверное, прожал, да, Сэдер? Да нет, нафига мне таунт засеча. Нет, кролик. Я тебя. Пошли. Дал чешку. Ну не может так лич переагриться на рейд. Так я ж только, ну, только фаза началась, когда вот сразу ко мне побежал. Ладно, погнали. Так. СС использовал ралли? Только откуда он? Откуда он? Знаю. Белин, давай сакру. Критическая ситуация. Ой. В рейде. Давай уже. Значит, не давай больше. Ладно. Ну вон, Длань, пишешь, что ты использовал. Так я в сверке бил. Длань. Перепутал, то не сфера лишь был, наверное. Ладно, давай. Я бы достал до свет, до леща, центр. Пока не поднимать седера.
смотрю, как Менелтер бьет иссушением по духам. Мне вот интересно, как это нам поможет. Давайте, спрятались за лича. Будет осквернение 5 секунд. Это этот адепт Дессера, наверное. Орда. Не прожал куш, и тут ваниш есть. Ваниш. Идемте все к порталу. Кто-то сбил, блядь, духа повзрывать еще. Ладно, фуга, реснич Седера. Он лежит слева от портала. Вроде никто больше не затупит критически. А кому СС, кстати? Активная баня. А, это пол-литра. Даже не знаю, могут упасть. Я могу упасть. Давайте в звезде впереди бомбу, пускай хлопнет, потом пойдем. Да. Так, мы сейчас выйдем с комнаты, духи падут на нас, мы идем к звезде, к порталу. Вернение возле меня, три кнопки. Давай, Седер. Вернее, они сейчас будут. Смели зона осквернения. Идемте к порталу. Видишь, Орда умирает от духа. Не видишь перед собой ничего. Дух приблизился. Давайте в звездочку. Добейте уже так. Вернение, правда, сейчас будет. Блять, а лича с первого будет. Ну, благодаря таким игрокам, как Пол Литра, Юльчик, Раунд, Ренову. Еще есть несколько. Мы убиваем их боссов с первого трая. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордрин. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. На YouTube-то пердру. Сервера, наверное.
убивать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Ну, я не знаю, если бы танчил Куве и хилил Жекас, Ред бы проседал, наверное, жестко. ДДЦ хорош, 5 из... А, ну, 6 КГС почти. Мне по душе. ДДЦ тоже хороший. Свет, даруй мне... Крауд, Дампир. Разбить эти оковы. Орда, плохо. Плохо чего? Берзила, плохо. Дамаг слабый. А, господи. С демоном не играли все равно. Бога тоже что-то плохо дамажу. Сейчас ГС, наверное, из-за этого. Чё ГС, не понял? Да и не тебе, я... Карма и тоже. Наконец я свободен. Все кончено. А тут шмот надо мне перебивать, Сотика так же. Не, ну, неплохо. Вальки разбили. Даже несмотря на то, что они в разные стороны летели. Трая и эта волна, кажется. А я еще каким-то хером пошли лям 200 нахуя долго лок. Без локов, кстати. Там. Ну, лут для Роги нету. Я имею в виду, нельзя теперь получать лут. Азав, надо кому-то? Давайте коня ролим. Верно, да. Вперед, да. Ладно, давайте разролим с Рогой зов на мейн. Я бы забрал. На протопало, чтоб трик держать. Так, ну Джерион ролил на ШП, а ты как ненужная. Я лучше отдам Джериону как ненужная. Чем он вам на офф, вы не будете его никуда не использовать. Он такой... Так я на офф буду ролить. Я лучше Джериону отдам. Если, конечно, он берет его. Джерион, не уступишь зов? Его в луте нету. Может, как-то заберет его. С Фукс... Печеньку. Карли, ты забирала печеньку? Передай Скарлетт. Это с Фокс, передай Скарлетт печеньку. Скарлетт, ты на мейн ролишь зов? Тогда я... Дай тебе... Привет. Дай тебе отдаю. Держи Джерин, может ты заберешь себе кинжал. Питер.
Скидываю ИП.